Сегодня мы будем делать вкусные быстрые чебуреки из курицы, зелени и сыра. Я не могу сказать, что я лучший специалист по чебурекам, просто у меня остался куриный фарш, и я вспомнил, что раньше делал быстрые чебуреки, замешивал тесто на кефире, соде, добавлял туда муку, немножко растительного масла. Вот я взял кефир теплый, добавил туда 3 чайные ложки соды, хорошо размешал, чтобы сода загасилась. Произошла реакция. Туда же добавляю яйцо. Опять хорошо перемешиваю. И где-то на четвертую, третью часть стакана кефира на одно яйцо я добавляю еще стакан муки. Может немножко побольше, если тесто будет жидким. Соль я не добавляю, когда делаю кефирное тесто, и считаю, что злоупотреблять солью не стоит. Если тесто жидковатое, добавьте муки, ну и, конечно, ложку растительного масла я добавляю. Фарш солю, перчу, перемешиваю, нарезаю мелко лук, добавляю в наш фарш, натираю на крупной терке сыр и тоже добавляю в фарш. Осталось мелко порезать зелень, и наш фарш готов. Зеленый, перченый, с сыром и курицей. Фарш будет готовиться очень быстро, будет очень вкусный. Поэтому 3-4 минуты мы будем жарить с каждой стороны чебуреки. Вот наше тесто готово, оно достаточно плотное, и кусочек получился такой, я думаю, на 5 чебуреков средней величины, это будет замечательно. Делаем 5 колобков и равномерно будем раскладывать нашу начинку, чтобы ничего не оставалось. Я люблю так, чтобы мне всего хватало. И к продуктам отношусь достаточно бережно, потому что их кто-то делал. Раскатываю скалкой, чтобы тесто было потоньше. Выкладываю на край начинку вот таким вот образом. Заворачиваю на себя. Здесь можно зажать вилкой, но я зажимаю пальцами, потому что я хочу потом загнуть края. Вот таким вот образом. Это уже будет гарантия, что чебурек не раскроется. Начинка не высыпется, с ним будет удобно работать и приятно есть. Процесс идет. Один чебурек сделали, на второй выкладываем начинку, заворачиваем, зажимаем пальцами или вилочкой, подгинаем. Даже если бы вилочкой зажали, я рекомендую еще завернуть вот таким вот образом. И отправляем жарить. Вот такие обычные чебуреки. Особенность их только в том, что делаются они быстро, и оригинальная начинка. Может быть, кто-то из вас делает и лучше меня чебуреки, я просто решил поделиться вот этим вот своим рецептом. Зажариваем, красивые какие получаются и вкусные, посмотрите. Корочка аппетитная, какой запах. Замечательно, как раз то, что я хотел. Переворачиваем вовремя. Лучше, конечно, переворачивать вот так вот внутрь, чтобы полностью чебурек был в масле. Выкладываем. Вот у нас уже 3 чебурека готово. Сейчас будет еще один. И останется мне дожарить 2 наших замечательных золотистых хрустящих чебурека. Посмотрите, какая красота. Длинненькие, хрустящие. Смотрятся хорошо и приятно будет съесть. И делаются не очень быстро. Это доступно каждому. Мы чебуреки будем кушать, не отправляем их на конкурс красоты. Но, тем не менее, они у нас красивые. И, конечно, мы не можем не порекомендовать вам рюмку водки тминной кюмель, которую мы любим, и рецепт, который опубликовали на нашем сайте. Посмотрите, если вы любите крепкие алкогольные напитки, вам она очень понравится, если, конечно, вы любите тмин.
Вот такие замечательные чебуреки. Это очень сытный обед или ужин. Конечно, это жирная пища, но тем не менее это очень вкусно. Надеемся, что наше видео было вам полезно, понравилось. Поэтому подписывайтесь на нас, будет много интересных блюд. Вот такая начинка, так его приятно кушать. Тянется сыр, чуть ли не как в пицце. И зеленая такая очень приятная начинка. Приятного вам аппетита, всего доброго, берегите себя.